С вами Антон Чалей, и я покажу вам новые деньги в Беларуси, которые просто нереально быстро падают вниз со сверхзвуковой скоростью, обрушивая всю экономику Беларуси. Но с таким положением вещей у нас будут бороться. Уже 1 июля 2016 года произойдет деноминация белорусского рубля, и в прямом смысле слова пообрезают пару нулей на купюрах. Теперь белорусы перестанут чувствовать себя миллионерами, средней зарплатой в 3 миллиона рублей, так как новыми деньгами это всего лишь 300 рублей. Дизайн новых денег будет выглядеть примерно таким образом. Но я думаю, что если рубль будет и дальше так падать и обесцениваться, то деньги нам придется менять еще пару раз. Я предположил, как же они будут выглядеть. Это картошка. Плюсы таких денег. В Беларуси ее очень много, а значит, денег хватит каждому. Можно выращивать у себя в огороде, наращивать денежный капитал, все станут очень богатыми. Можно ее есть. Минусы. Плохо влазит в карман и в кошелек. Портится. Колорадский жук может уничтожить всю экономику страны. Надеюсь, до этого не дойдет, но есть небольшая вероятность. По моей версии, все купюры и любая оплата труда на любых государственных и частных предприятиях превратится в банальное большое спасибо, и все будут работать просто за бесплатно. Большое спасибо, что смотрели это видео. Ваши комментарии с прошлых выпусков тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд, их там очень много. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые выходят целых 2 раза в неделю. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк, написать внизу под видео какой-нибудь комментарий, самые интересные из них попадают именно сюда. Всем пока!